Ну чё, на меня? Да, на тебя. Я бронированный. И чё, нам пофиг? Ну, если вам пофиг, то держи. Я бронированный. Я бронированный. А вот я по-настоящему бронированный. Я жив. Я иду к своим ногам. Месяц спустя. Я должен тебя принести в жертву. Если хочешь жить, то ты должен лечь. Кстати. Он напоминает. Нет, прям очень сильно напоминает Дугдея. Его осталось запретить ранее. Как тебе надо? Жив. Кто не понял, он жив. И чё мне с его ногами делать? Ты хочешь, что их крепить обратно? Чтобы это не было пародией на ФНАФ и на Поппи Плейтан Чаптер 3. Главу 3. Можно мне чьи-то ноги взять? Как вижу, ноги мне не чьи не взять. Хотя взять. Вот отличные ноги. Отличный ног. И родились ног старых. Простите, это походу за пациент будет с ногами. Я не могу. Теперь я хочу, чтобы Дугдей включил. Нет! Короче. Я бронированный. На. Ты еберт? Нет, а я стоять могу. Да. Да ты бронированный.
Он мертв. Поздравляю. Фух. Вот эти вот блоки. Сейчас нам надо как-то все выделить. И теперь нам надо их всех удалить. Да, все идеально. И получился вот такой вот легкий догдей. Все догдей. Он спит. Чтоб он просто не двигался, я захотел его вот так вот зафиксировать. Потом как-то его... Спустя пару минуток у меня получилось примерно так. Что, 8 классный учитель для себя мальчики? Ой. Чего? Ну, получилось вот так. А плюсик. Теперь у него есть цель. Добраться до этих ворот. Ворота. Ой, до свидос. До свидос. До свидос. До свидос. А что есть? Это вот так. Там. Кстати, я хочу... Ой, я в самом краю карты. Ха! Всем пока.